Мухаммед Нематуллаев за рулем асфальтоукладчика более 10 лет. Свою работу любит и относится к ней с большой ответственностью. Несмотря на жаркую погоду, качественно выполняет свои обязанности, метр за метром укладывая асфальт. Асфальт тянет, ну как, качественно, на твой взгляд, чувствуешь? Конечно, качественно. Некачественно было бы, она давно поломалась бы. 96 улиц столицы будут в этом году отремонтированы, и это по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Махачкалинская поселка Семендер – одна из многих, которая вошла в этот перечень. Здесь на данный момент и работают специалисты. По срокам мы сейчас укладываемся в график, даже есть немножко опережение от графика. В дальнейшем, если без препятствий будем работать, думаю, раньше графика мы завершим все работы по городу. В микрорайоне Учхоз Кировского района в текущем году новое покрытие получат 11 улиц. Сейчас работы по укладке асфальтобетона ведутся на межевой. Кроме того, в микрорайоне на некоторых объектах планируют заменить и водопроводные сети. Буквально 3 дня назад с коллегами комиссионными мы обходили все эти улицы на предмет аварийности ветхости сетей, который необходимо будет заменить до начала проведения работ по асфальтированию. Дано поручение Махачкаловодоканал привести в нормативное состояние, заменить все ветки и сети на данных улицах. Данные работы проводятся согласно графика работы. Помимо улиц в Махачкале продолжается ремонт и дворовых территорий. Работы по благоустройству начались по адресу Чаринова, 55. Здесь уже установлены детское игровое поле, воркаут-площадка и новые столбы уличного освещения. Завезена растительная земля и проведена ее планировка. Также сзади данного дома проводятся работы, завершаются, я бы так сказал, работы по установке тротуарной плитки. Работы в данной дворовой территории планируется завершить к концу августа текущего года. Еще, а сколько дворовых территорий в этом году, насколько работа завершена и насколько работа идет? На сегодняшний день в городе Махачкала завершены 9 дворовых территорий из 25. Порядка 8 территорий уже подходят к завершению. Но мы думаем, срок к октябрю месяца текущего года уложится, а именно завершить все дворовые территории. Также в 7 общественных территориях уже работы начаты, и в некоторых из них подходит уже к завершению. В Махачкале в этом году в рамках программы благоустроят 25 дворов. На 9 из них работы уже проведены. 8 дворов ждут завершения облагораживания территорий, и почти столько же начали менять свой облик. Лариана Шимхалаева, Патимат Ханапова, Дауд Гасанов. Новости ННТ Махачкала.